добрый день. Мы на канале Мотосибирь 55. Сегодня у нас видеообзор Мотоленд 250 кубиков, моделька Мотоленд Стрит. Агрегат уже выпускается давно, с 2013 года. Это кросс. Кто-то скажет, что это эндуро. Это помесь кросса и эндуро. Вот мы видим более дорожную шину заднюю. Кстати, нужно заметить, что сзади стоит гидравлические тормоза. Огромный плюс. Усиленная цепь. 428H. Ну, можно было бы и 520 или 530 поставить. Слабенькие натяжители, недолго будет ходить, толщина маленькая, можно было бы побольше. Большой, огромный амортизатор с прогрессией, все-таки больше амортизатор на кроссовую прогрессию похож. Сзади у эндуро в основном всегда сделано подвеска по-другому, амортизатор стоит еще на дополнительной платформе. Двигатель 250 кубиков, балансировочным валом. Мощность двигателя 19,5 лошадиных сил. Употребляет чистый бензин 92, 95, любит. Аккумулятор и электростартер в комплекте. 7 ампер-часов, аккумулятор тоже можно было бы и 9 сделать, чтобы вопросов не возникало. Спереди мы тоже видим шинку с не очень большим глубоким протектором. Гидравлические тормоза установлены. Все как во многих других моделях. Нужно заметить, что есть диодная оптика. Достаточно неплохие зеркала. Вот такая вот панель приборов интересная. Много на таких моделях тоже она устанавливается. В частности на Ирбисе и ТТРе. Очень удобная информативная панель. Бак здесь пластиковый, бак небольшой, меньше 5 литров. Ну вот, имеет только боковую подножку. Для второго пассажира, кстати, тоже есть откидные подножки, вдвоем немаловажный фактор, чтобы можно было передвигаться, нормально держаться. Для второго пассажира также большие ручки, чтобы можно было во время бездорожья крепко держаться не за своего водителя, а за отдельные детали рамные. Для любителей техники Мотоленда могу сказать, что вот в магазине 13 Комсомольская 1/2 в городе Омске будет продаваться данный продукт. Любители Мотоленда, приходите, смотрите. Этот мотоцикл, он идет с ПТС. То есть он для дорог общего пользования. Можно выезжать на дороге, эксплуатировать его в повседневной жизни. Поэтому отчасти сразу же непонятно, почему здесь не такая жирная резина. Для того, чтобы можно было передвигаться по асфальту. Это немаловажный фактор. В магазине Мотосибирь 55 на 13 Комсомольской 1/2 представлен большой и широкий ассортимент техники. Скутера, мопеды, мотоциклы, квадроциклы, новые, БУ, запчасти, комплектующие. Вот чуть позже будет видеообзор Мотоленд. Это новинка 2018 года. Питбайк 140-й. Очень жирная комплектация. Кому интересно, чуть позже ознакомитесь в видео. А я с вами прощаюсь. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, просматривайте видео, получайте доступную информацию. Мы работаем для вас. Всего доброго!